Несмотря на ежедневные силовые тренировки, в которых ученики клуба «Ратник» воспитывают характер и силу воли, к поздравлению любимого наставника Михаила Кононенко подошли творчески. Реально сделали небольшие сценки такие, небольшой спектакль, вот, и подарили самовар. Вот будем ходить на природу, он такой реальный самовар, который можно топить щепками, пить воду. То есть давно мечта была, они, видимо, услышали про это. Вот, как-то я приговорился. Вот, для, ну, в принципе, для клуба подарок. То, что ребята внимательны к словам тренера, сомнений не вызывает. Выполняют все команды и прислушиваются к замечаниям. Занятия проходят интересно и разнообразно. На тренировках ребята преодолевают препятствия, учатся стрельбе, приемам борьбы. Одним словом, проявляют упорство и много трудятся для достижения поставленной задачи. Соскок, урок тут же! Коснулся, назад! Давайте сюда. Тут же курок. Круглая спина. Тут же курок. 17 марта в Твери воспитанники клуба участвовали в соревнованиях по боевому самбо. Ребята выступили хорошо и были отмечены судьями, что стало для юбиляра своеобразным подарком. Но особо отличилась совсем юная Алина Савицкая. Девочке всего 8 лет, но в клубе она занимается уже третий год и делает очевидные успехи. Я занимала второе место. С нашим тренером мне очень интересно. Благодаря увлеченности тренера в процесс обучения и важной роли патриотического воспитания, некоторые ребята, которые пришли на занятия еще совсем маленькими, став старше, продолжают свои познания и растут профессионально. Правда, без клуба своей жизни они уже не представляют. И теперь работают вместе со своим наставником и передают полученные знания новому поколению ребят. Я работаю со стрельбой и с оружием. Там оружие победы и автоматы Калашникова. Ну, учил меня всему, потому что я до того, как пришел в клуб, ничего не знал. У него к каждому свой подход. Михаил Ильич может увлеченно и часами рассказывать о своем детище. Поездках на раскопки и реконструкциях, участии в соревнованиях и показательных выступлениях. Как ему удается все успевать и в чем секрет этой искренней преданности своему делу? А вот знаете, мне повезло в жизни, мне моя работа нравится. Я работаю с детьми. И все, что происходит, благодарен детям, они в тонусе держат. Нельзя расслабляться, надо и физически быть готовым показать что-то, рассказать. И читать надо много, потому что вопросы разные. Мы с ними занятия строим, вначале минут 5 разговариваем. Вообще мотивация, для чего ты сюда пришел, какой здесь завтра день, какой сегодня день, что за праздники. В клуб может прийти каждый, кому интересно расти и развиваться. Михаил Ильич рад всем и готов делиться своим опытом и знаниями. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.